Ну, мне кажется, что патриот — это в первую очередь внутреннее состояние души. Это человек, который своими поступками, наверное, не предаст, своими действиями не разочарует. Это человек, безусловно, у которого есть вера в сердце, есть любовь к народу. Потому что просто вот я патриот, а что вы делаете? Вот, ну, вы знаете, вообще я живу там, на другом континенте, но вообще я патриот, я люблю свою страну. Я честно признаюсь, я очень много путешествую, но я не могу больше 2 недель существовать где-то, потому что мне нужно оказаться в нашем, пусть не всегда хорошем, русском менталитете. Мне нужно оказаться за русским столом, мне нужно, я не знаю, оказаться в русской атмосфере, мне нужно со всеми ее прелестями и недостатками оказаться именно на своей исторической родине. Как говорят, без березки русской я не засну, это точно. Поэтому я понимаю, что я в любой другой стране просто не смогу ужиться с менталитетом. Вот здесь, наверное, я себя проверила уже точно, что Россия – это то место, откуда я никогда не уеду. Я безумно переживаю за какие-то наши внешние политические проблемы, но я музыкант, я артист, и, конечно, артист и политика – это вещи, мне кажется, несовместимые, поэтому я стараюсь свой патриотизм и свою вот эту любовь к родине выразить в своем творчестве. Я стараюсь всегда об этом говорить народу, а тем более, слушайте, ну что может лучше объединить нацию, нежели ее культура? Поэтому я четко знаю, что из России я, конечно, ну, никогда не зарекайся, но я бы не хотела бы сама, и, наверное, понимаю, что это не сделаю никогда, уехать из России.